На этой неделе в Российской автомобильной федерации состоялась первая встреча участников сборной России, которым предстоит отстаивать честь страны на международных автоспортивных играх 2019 года. Сборные команды выступят под флагами национальных федераций своих государств. Причем Международная автомобильная федерация ФИА настоятельно требовала не брать в команду пилотов так называемой «золотой лиги» и чемпионов страны, а формировать сборные из молодых спортсменов. В итоге в сборную России были отобраны 14 спортсменов, 8 гонщиков в основной состав и еще 6 резервных. Пилоты выступят в 6 категориях GT, Формулы 4, дрифт, картинг, туринг и даже кибергонки. К слову, в основной состав попали 2 воспитанника программы развития российского автоспорта SMP Racing. Это Павел Буланцев и Денис Булатов. Президент Российской автомобильной федерации Виктор Николаевич Кирьянов не только участвует в подготовке сборной, но и плотно работает с ФИА. И не понаслышке знает, почему в списке дисциплин отсутствует ралли. Ралли — это большие расстояния. И как там это все будет, не знаю пока. А здесь вот все вроде бы в одном месте, на трассе в Италии. А можно ли провести игры в России? Ведь наша страна умеет организовывать состязания на самом высшем уровне. Маленькие у нас секреты есть. Думаю, что подумаем, где это можно провести. И, надеюсь, скоро, может быть, вы даже увидите. И на самом мы уже об этом думаем. Международные автоспортивные игры пройдут с 31 октября по 3 ноября 2019 года на итальянской трассе Валлелунга, а торжественная церемония открытия игр состоится в центре Рима.